Привет, друзья! Приехали мы в гости к другу в Бангкок. Вот. И у него здесь, вот такой ковбойский шопчик. Ну, то есть магазинчик, в котором продаются старинные ковбойские аксессуары. Пойдемте, немножко покажу вам. Сейчас я для антража одену ковбойскую шляпу. Вот это ковбойский лассо. Потом здесь вот бич натуральный. Настоящий ковбойский бич. Чистая кожа, вот он плетеный. Ручка деревянная. Это вот наш друг Монри. Вот, он поклонник. Так, ну пойдемте дальше. Здесь вот, пожалуйста, на выбор обувь ковбойская, сапоги. Подошва кожаная, четырехслойная. Это все настоящее, чистая кожа. Тамагавки индейские. Старинные причем. Хочу обратить внимание, рога, посмотрите, огромные рога уйва. Вот такие они огромные. Пойдем дальше. Это тоже рога буйвола. Привезены из Америки специально. Вот здесь на фотографиях не видно. Дочка короля Таиланда, любимого короля Таиланда, приезжала к нашему другу в гости. И они запечатлели на фотографии всю эту компанию. Здесь вот увидел я такой, не знаю, как это называется, сапля или старинная. Но это тайское оружие. Здесь вот такая кнопка есть. Чик, откидывается. Клинок такой. Настоящий, то есть это не сувенир. Узкий, длинный. Но он не сильно тяжелый, но, конечно, чувствуется, что вес у него есть. Вот такой вот он. Здесь вот старинное радио. Ой, вот здесь я еще хочу показать вам тоже интересная вещь. Ковбойские штаны. Чистая кожа. Попробую сейчас померить. Я почти ковбой. Сейчас момент, добавим сюда еще один аксессуарчик. И все, можно идти брать лассо и искать кого? Коня забыл. А, и коня, да. Пойдемте лассо возьмем. Ха! Вот и я вот. Кай! Не хватает мне еще кольта. Все, я почти ковбой. Модри, спасибо, было очень интересно, очень удивительные вещи я увидел в твоем магазине. Yes, sir. He said he likes your show very much. Many thanks. Long beach pleasure. Have a big party. Oh, приходите, он зовет всех друзей на большое пати. Ковбой Найт. Ковбой Найт, Марти, Нафа, Осло, и мы ковбой на мэнни. Sit on the hill together, sit on the hill of Джинбия, a bit of fire, the food. Ковбойскую ночь сидят, пьют пиво, разговаривают, веселятся, есть всякие, показывают шоу, есть огонь, костер. Все как было много лет назад на Диком Западе. Ну, у кого есть, наверное, стреляют. Ну, отлично, мы с удовольствием примем это приглашение.